мать Фриски пытается растопить сердце Шепелева. Ожидаемая встреча Дмитрия Шепелева и родни Жанны Фриски не состоялась. Мать покойной певицы пытается растопить сердце трогательными сообщениями о том, что встреча не состоялась, причем якобы по вине Дмитрия Шепелева. Журналистам рассказал отец Жанны Фриски Владимир. Шепелев согласился дать увидеть ребенка в субботу, накануне Пасхи, но в назначенный день не отвечал на звонки. Ни предупреждения пристава, ни просьбы моей жены о встрече с внуком его не трогают, заявил отец Фриски. Сайт «Комсомольская правда» привел сообщение, которое отправляла Дмитрию Шепелеву супруга Владимира Ольга. «Добрый день, Дима. Звоню тебе каждый день. Телефон не отвечает или занят. Очень соскучились по Платону. Прошу разрешить увидеться с Платоном. И добрый день, Дима. Бабушка Оля очень соскучилась и просит встречи с внуком Платоном. Прошу не отказывать мне в этой просьбе. Годы уходят быстро». А также сообщения, которые были адресованы малышу в день его рождения. «Платошенька, с днем рождения тебя, любимый мальчик. Будь здоровым. Удачи и счастья тебе в этой жизни! Мы любим тебя и ждем в гости!» Как отмечает издание, часть этих сообщений юристы Владимира Фриски приложили к жалобе, которую отправили в органы опеки, службу приставов, прокуратуру, добиваясь, чтобы Шепелева принудили выполнить решение суда. Ранее на официальной страничке в Instagram шоумен объявил о достижении сына. Якобы Платон научился отвечать на телефонные звонки. Родня Фриски попросила поговорить с мальчиком хоть по смартфону, но тот проигнорировал их просьбу. Напомним, день рождения Платон отметил в самом начале апреля. О том, как прошло празднество, точно неизвестно. Лишь в своем аккаунте в Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал фото пирога, приготовленного по случаю 4-летия мальчика. Позднее шоумен выложил снимок 4-колесного велосипеда, обрамленного шариками. Видимо, именно такой подарок преподнес любящий отец малышу. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.